Грядущие выходные будут вновь богаты на всякого рода развлечения, от спортивных и экстремальных до музыкальных и даже вкусных. В субботу, 19 июля, в Вязниках соберутся поклонники Алексея Фатьянова. О других событиях, которые не стоит пропускать, расскажет Наталья Паинцева. Традиционный праздник огурца отметят в субботу в Суздале. В программе дегустация огуречных деликатесов, супов, варенье, рулетов, конкурс по засолке хрустких и пупырчатых и музыка. От русских народных песен до джаз-фолка. Специальный гость, звезда проекта «Голос» Этери Беряшвили, она своим выступлением закроет праздник. Ну и, конечно, в небо запустит шар с куклой огурцом. В кармане подарок для нашедшего. Уикенд в одном из суздальских гостиничных комплексов. А на Запольском с пятницы по воскресенье соберутся любители биатлона. Соревнования по меткой стрельбе будут во всех возрастных категориях. Кроме основных дисциплин заявлены турнир по мини-футболу, велобиатлон и волейбол. Если вы не планируете уезжать на выходные из города, то и во Владимире будет чем заняться. На Новом Клязьминском пляже в субботу состоятся гонки на водных мотоциклах. Уже сейчас заявились 20 байкеров. Чтобы стать одним из них, нужно иметь права от ГИМС, ну и сам гидроцикл. Очевидно, что такая эллипсообразная будет трасса вдоль русла Клязьмы. Для того, чтобы это было более зрелищно, старт мы будем делать со стороны пляжа, не в зоне купания, а левее, чтобы не помешать отдыхающим людям. Будет проводиться несколько классов. В классе настоящем гидроцикле это 8 минут. Несмотря, что это звучит так достаточно доступно, 8 минут в настоящем гидроцикле – это огромная физическая нагрузка. Вот. За 8-10 минут человек полностью физически изматывается. В заездах участвуют два спортсмена. Гонки обещают быть зрелищными и по-настоящему экстремальными. Ведь за 3 секунды гидроцикл набирает скорость больше 100 км в час. На пляже будет работать диджей, проведут конкурс красоты среди зрительниц. Для детей пригласили аниматоров. В эту же субботу на городском пляже пройдет открытый чемпионат города Владимира по пляжному футболу. И мы приглашаем всех, кто любит футбол, и пляжный футбол тем более, присоединяться. Регистрация будет прямо на месте проведения соревнований на пляже в 10:30. В 11 часов начнется чемпионат по футболу. В воскресенье в городском парке ждут любителей вкусностей на детский праздник «День сластен» и сладкоежек. На ярмарке можно купить мороженого, сладкой ваты, попкорна. Бесплатно будет работать шоколадный фонтан. Развлекать малышей позвали сказочных героев.